Ну вот и прошло наше любимое лето, и наступила осень. А осенью, как всегда, будет холодно, вечером, ночью, иногда даже и днем. И на выручку с AliExpress в осенние дни нам придет вот такая вот куртка с подогревом. Это канал Аль Пачино. Сегодня я вам расскажу именно про такую курточку, недорогую, очень классную и с подогревом, которая выручит вас осенью и, возможно, даже теплой зимой. Куртка пришла в фирменном пакете, мне размер подошел. На сайте есть таблица, по ней можно выбрать свой размер. Там все очень просто. Производство куртки состоит из хлопка на пуху. От этого она очень легкая и приятная, а также не боится воды, что очень важно. Нагревается быстро и имеет максимальную температуру нагрева в 45 градусов. При этом электроника имеет 3 режима нагрева. Все очень просто и легко. Сама куртка очень мягкая, приятная на ощупь. У нее есть кармашки, спереди два кармана. Также есть два внутренних кармана. Вот один карман внутренний и второй карман внутренний. В этот данный карман внутренний мы ложим наш пауэрбанк. Ставим наш пауэрбанк. Пауэрбанк лучше брать небольшой, чтобы он не был вам слишком тяжел, потому что ясным делом он будет обтягивать вам карман. Итак, также в этом кармане, в который мы ложим наш пауэрбанк, есть шнур для подключения его. Итак, заметьте, при подключении пауэрбанка у нас включается наша кнопка. Но у меня пауэрбанк на 20 тысяч мАч, и как я понимаю, с данными пауэрбанками куртка работать не будет, так как они слишком большой емкости. Ну а давайте попробуем пауэрбанк поменьше. Ну и такая удобная, стильная и крутая куртка. Хочу заметить, она с капюшоном. Капюшон можно снять, а можно ходить в нем одетым. В капюшоне подогрева нет. Куртка у нас работает от любых пауэрбанков, не больше 20 тысяч мАч. И давайте подключим, посмотрим, как она греет. И я расскажу вам свои первые впечатления про нее. Видите, я без майки. Вот это для того, чтобы лучше я ощущал, с каких мест она будет греть и с какой силой, с какой температурой она будет меня согревать. Итак, в наличии у меня есть пауэрбанк на 20 тысяч мАч и на 8, если я не ошибаюсь. Можно взять и на 20. Я на улице немножко не разобрался, как ее включить, эту куртку. Просто нужно подольше зажать. Я долго жал, но недостаточно. И есть на 5000 мАч или на 8. Ну, давайте попробуем на 8 мАч пауэрбанк подключить. А подключается все очень просто и легко. У нас в данном кармане есть шнурочек, есть кабелек. Итак, подключаем. Мы видим, что у нас куртка как бы заиграла разными цветами. И в данном девайсе, хочу вам сказать, есть три режима нагрева. 25, 35 и 45 градусов. Итак, чтобы включить эту куртку, нужно зажать. Долго зажать. Вот. Видим, у нас начинает красным мигать. И это уже обозначает, что куртка у нас греет. Вот, я уже буквально, смотрите, прошло секундок 5, и я уже ощущаю тепло. Значит, ощущаю тепло здесь. И ощущаю тепло на спине. Хочу сказать, что если вы будете в майке ходить осенью, в холодную пору года или зимой, куртка вас согреть совсем не сможет. Но если вы будете носить какой-то свитер, то я думаю, все будет круто. И она будет вас реально тепло согревать. Итак, смотрите, ее можно регулировать. Это у нас красный режим, то есть 45 градусов, самый теплый. Зажимаем, она у нас выключается. Зажимаем еще раз, и она автоматически, куртка, переводит работу в красный режим, то есть 45 градусов. Но давайте мелкими нажатиями, вот у нас белый режим, это у нас 35 градусов. И у нас синий режим, то есть 25 градусов подогрева. Вот как-то так. Куртка удобная, куртка комфортная, куртка стильная, хочу заметить. Она очень мягкая, она приятная, ну и реально она очень легкая. Она не боится воды, что также важно, потому что осень, зима, капает дождь, капает, спадает снег. Вот, ну, добро, что она не боится воды. Также ее можно стирать в руками и также можно ее стирать в машинке. Но написано, что ее нельзя выкручивать руками. То есть, если вы будете выкручивать руками, то, наверное, там что-то поломается. Итак, давайте еще раз вот клац.
поставили красный режим 45 градусов, и можно идти куда хотите. Вы также можете заметить тут вот как-то белую такую полосу, вот здесь она еле-еле видна. Я не знаю, в чем проблема, возможно, это не докрасили эту куртку. Вот, ну, не знаю, не могу ничего сказать. Есть какой-то такой эффект белый. Не знаю, или сзади видно, но мне кажется, что это просто, не знаю, не докрасили, видно, куртку. Вот, есть такой нюанс. А вообще куртка очень хорошая, очень мягкая, очень удобная, стильная. И делают свою работу, она реально греет. Ну, на голое тело, по крайней мере. Не знаю, как будет зимой в минусовую погоду. Но я думаю, что лучше, если хотя бы вас что-то будет согревать. Не только чашечка крепкого кофе, но и куртка. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если видео было вам полезным и интересным. Дальше будет еще много интересного, полезного и крутого. А также, если вас заинтересовала курточка, ссылка есть в описании. Перейдите, посмотрите, посмотрите на ее стоимость. Я думаю, она небольшая. Ну, а там уже дальше себе решайте. Мне эта вещь, по крайней мере, пригодится и понравилась уже. Спасибо за просмотр. Всем пока. Переключаем, смотрите. Синий режим, самый маленький, 25 градусов. Потом идет 45 градусов и 35 градусов. То есть куртка, видимо, сначала вас очень согревает, а потом вы уже можете сбавить себе температуру. Ну вот я уже снимаю, сколько, минут 5. Ну и мне тепло. Хотя в комнате, конечно, не холодно, но уже осень. Вот, немножко на улице прохладно. Ну, в комнате тепло.